В Ленинском городском округе продолжается рост числа новых случаев заболевания COVID-19. По данным пресс-службы ВРКБ, за прошедшую неделю количество подтвержденных фактов коронавирусной инфекции в муниципалитете увеличилось на 599. Таким образом, по состоянию на 16 ноября с начала пандемии число заболевших составило 4788 человек. Число выздоровевших пациентов за прошедшую неделю увеличилось на 168 и всего составило 3061 человек. Количество лиц, зараженных коронавирусом и проходящих лечение амбулаторно – 1753. Пациентов с вирусными пневмониями – 392. В муниципалитете сохраняется динамика увеличения числа контактных по коронавирусу. За неделю этот показатель повысился на 1123 случая. Всего в муниципалитете зафиксировано 4706 контактных по COVID-19. Из них 1401 ребенок. В образовательных учреждениях наибольшее количество контактных по коронавирусу и числу подтвержденных случаев среди учителей и учеников отмечается Видновская СОЖ номер 7, в Бутовских средних школах 1 и 2. За неделю в стационар инфекционного корпуса для коронавирусных пациентов поступило 293 человека, из них 90 жителей Ленинского городского округа. Выписан после выздоровления 301 человек, среди них 65 местных жителей. На сегодняшний день в стационаре 499 пациентов, из них 147 жителей Ленинского округа. В отделении реанимации 23 человека, все аппараты ИВЛ заняты. Медики просят соблюдать все меры предосторожности в условиях пандемии. Это станет лучшей помощью тем, кто сейчас находится на передовой в борьбе с коварной инфекцией. Берегите себя и своих близких.